Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия выступает за полное восстановление прав и полномочий делегации 26 июня, в день, когда пройдут очередные выборы генерального секретаря Совета Европы. Володин заявил, что если 24 июня ассамблея примет доклад по вопросу прав национальных делегаций без изъятий, то российская делегация немедленно подаст заявку на участие в предстоящей сессии. Если условие не будет выполнено, Россия оставляет за собой право выйти из состава членов ассамблеи. Напомним, в 2014 году в связи с присоединением Крыма российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса. Тогда Россия отозвала свою делегацию из ПАСЕ, а после того, как ситуация не изменилась, перестала платить членские взносы. В октябре 2018 года наша страна объявила условия, на которых была готова вернуться к выплатам. В регламент ПАСЕ должны были внести поправку, которая запрещала бы лишать национальной делегации права голоса. Однако это условие соблюдено не было, а генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд заявил, что если Россия не начнет платить взносы до июня 2019 года, то ее лишат членства. В январе этого года сам генсек направил письмо в Госдуму с тем, чтобы для участия в ПАСЕ была сформирована российская делегация. Однако он снова получил отказ, так как никакой информации о предоставлении России права голоса письмо не содержало.